Одна из техник, которая применяется с шаблонами C++, это использование зависимых имен. Давайте разберем это на следующем примере с шаблонным классом array. При определении шаблонного класса array можно определить и такой синоним для типа t, который соответствует типу элементов, хранимых в данном массиве. И назвать этот синоним ValueType. ValueType — это стандартное имя для такого типа синонимов, которые определяются в шаблонах контейнеров. Тогда для какого-то конкретного типа массива, например, для array от int, можно будет написать array от int двоеточие двоеточие ValueType, и это будет соответствовать типу элементов данного массива, то есть будет соответствовать типу int. Таким образом, для такого короткого типа int мы придумали такой длинный-длинный синоним. Зачем это нужно? А нужно это для использования внутри шаблонов функций, шаблонов методов и шаблонов классов. Внутри шаблона функции, например, можно будет по типу контейнера получить тип элемента, который хранится в данном контейнере. И это очень удобно. Давайте рассмотрим это на следующем примере. Предположим, мы хотим определить шаблонную функцию contains, которая принимает некоторый контейнер, некоторое значение, и проверяет, есть ли это значение среди элементов данного контейнера. Например, она принимает array от double, число 3,5, и проверяет, есть ли 3,5 в этом массиве. Как это делается? Ну, нам надо каким-то образом определить функцию, которая принимает контейнер, а в качестве второго параметра передается некоторый тип, который соответствует типу элементов, хранимых в данном контейнере. То есть, например, контейнер, и значение должно быть того же типа, что и элементы данного контейнера. И вот здесь как раз нужно такое зависимое имя. То есть мы определяем шаблонную функцию с одним шаблонным параметром. Этот шаблонный параметр, типовой шаблонный параметр, соответствует контейнеру. В качестве первого аргумента данной функции мы передаем по константной ссылке экземпляр данного контейнера. Ну, по константной, потому что нам не нужно изменять контейнер, нам нужно просто перебрать его элемент. А в качестве второго аргумента мы передаем значение типа, который соответствует типу элементов данного контейнера. И здесь мы используем зависимое имя. Мы пишем контейнер, value type. И таким образом данная функция будет работать с любым контейнером, у которого объявлено данное зависимое имя. Ну, например, с нашим шаблонным типом array. Мы можем объявить переменную array от int, вызвать функцию contains. При этом за счет вывода параметров у шаблонной функции компилятор сам догадается, что тип контейнер соответствует array от int, а значит, второй параметр соответствует типу int. Важно отметить, что у зависимых имен есть некоторые ограничения, связанные с процессом компиляции шаблонов C++. Дело в том, что синтаксис проверяется немного раньше, чем компилируются сами шаблоны. И до компиляции шаблонов непонятно, чему соответствует данное выражение. То есть вот мы здесь, как авторы данного шаблонного класса, знаем, что данное выражение соответствует типу, точнее синониму, который определен внутри класса array. Но компилятору это не всегда понятно, и он может предположить, например, что данное выражение соответствует не типу, а некоторому статическому полю, которое объявлено внутри этого шаблонного класса. Чтобы компилятора не запутать, нам нужно ему явно указать, что данное зависимое имя соответствует типу. И для этого используется ключевое слово typename. То есть если мы в некотором шаблонном методе, шаблонном классе, или шаблонной функции, используем зависимое имя, которое зависит от шаблонного параметра, то мы должны перед ним указать ключевое слово typename.